Сорт томата Шаймет Крик. Это небольшой среднерослый куст высотой от 50 до 90 сантиметров. Детерминантный, среднеранний, 80-90 дней проходит до созревания плодов. Сорт с плодами сливовидной формы. Помидоры вот такие вот, как красный рубин, покрытые золотыми полосками. Очень красивый сорт. Масса плодов достигает от 80 до 120 грамм. Этот сорт незаменим для консервирования. Плоды плотные, сочные, мясистые, с томатным вкусом. Очень высокая урожайность у этого сорта. Его используют преимущественно для цельноплодного консервирования. Вот такой томат в разрезе. Очень плотный, мясистый, трехкамерный, малиново-красного цвета мякоть у него. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах.